Так, всем привет, народ! И сегодня мы откроем третий шарик, а я его уже открыла. Захотела сделать видео поменьше, я его уже, короче, открыла. И сейчас покажу, кто мне тут попался. Такая вот девочка, голова у нее отдельное тело. Такая у меня уже есть, но у нее другое платье. Тут все похоже чем-то. Заметьте. Сейчас мы ее оденем. Так. Вот так вот. Сейчас я ее одену и вам покажу. Вот я ее одела. У нее такое вот розовенькое длинненькое платье. И обязательно красные ботинки. Вот они. Сейчас одеваю их. Вот красный ботинок. И последний остался надеть. Возле меня тут куча мусора от 3 лол. Готовенькая. Так, я хочу ей одеть зайчьи ушки. Они такие милые. Можно с зайчьими ушками. А-а-а. Это так няшно. И ожерелье одену. Она тяжело одевается. Вот. Почему-то она очень тяжело одевается. Ну ладно, вот такие вот у меня видео получились. Итак, надеюсь, вам они понравились. Вы подпишитесь на канал, поставите лайк и поддержите мою подружку тоже лайком. Итак, всем пока, до новых встреч, пока.